Как вас зовут? Меня зовут Виктор. Нет, его зовут секрет номер два. Да, сразу лучше сдохнуть, чтобы ничего не болело. Это правда. Ой, угадайте, в кого они пародируют на этот раз. Типа, мой опыт с Bring Me the Horizon — это был единственный концерт в Киеве. И Оли Сукис отпел две песни. Сорвал голос, реально. Типа, он отскримал там две песни. Отскримал. Сорвал голос, реально, он звучал просто как говно, он звучал как раненая утка, как вы сами выражаетесь, господа. И большую часть вокалов потом затащил этот Джордан, или как его зовут, ну, клавишник. Вот, а Оли Сукис спрыгал тупо до конца сета, и все. Что из хип-хопа планируешь обзирать? Хороший вопрос, сейчас посмотрим. Пока ничего. Так и не понял, Tech N9ne-то будет, народ требует Tech N9ne. А Tech N9ne пока еще не знает. Он будет или нет? Он еще колеблется. Как говорил сам Шафер, я ебашу, ебашил и буду ебашить. Ну, знаешь, как говорил Шафер, скорее говорит, я наебывал, наебываю и продолжаю наебывать. И продолжаю подъебывать еще других людей, понимаешь? Его выгоняли, выгоняют и будут выгонять. Да. Где Шрек? Какой Шрек? Какой тебе Шрек? Успокойтесь, гражданин. Гражданин Адольф. Шрек будет... После. Вот, кстати, на твой взгляд, самый переоцененный музыкант группы of All The Time и прямо сейчас из тех, кто известен не больше лет 5, Билли Айлиш. Странно, что трапа не вставили. Ну, мы ж не знаем, что у них там ниже лиц, правильно? Нам показали только лица. If you know what I mean, ниже пояса нам ничего не показали. Ха-ха! Насчет переоцененных всех ребят, я думаю, прежде всего это Билли Айлиш, поскольку... Мне кажется, она неплохо поет. Типа, не поймите меня неправильно, я говорил уже на этот счет. Она нормально работает, у нее нормальная музыка. Окей, но это не прям вот типа все такие говорят. Насчет кей-попа отношусь абсолютно нейтрально. Мне больше нравятся эти, ну, girls-бенды, потому что, типа, мне нравятся симпатичные азиатки. Вот. А песни, ну, это такое. Я в этом плане намного больше выделяю для себя японского и азиатского металла, потому что в нем есть отличия по сравнению с западным. В поп-музыке, к сожалению, такого нету. Так, сейчас от Адольфа. Ай-яй-яй. Мы возвращаемся к нашей классической составляющей. Из чего мы начинали вообще? Вы уже видите это? Я это все включать не буду. Боже, вы видели этот походняк? Ну и вот нахрен все. Сейчас будем Шрека смотреть. Ой, блин. Такой Шрек мне нравится больше, чем оригинальный. Жесть, просто жесть. Вообще, люблю Vaporwave, вот. Vaporwave особенно, вот. Вот именно, как только он появился, вот эти вот все Macintosh Plus и прочее-прочее. Этот Saint Pepsi был хороший Vaporwave. New School. Ой, не напоминай, New School — это порнография. Тот самый момент, когда ты съел 3 витаминки вместо 2. Мне нравятся такие шутки, типа сам шучу, сам хохочу. Напоминает еще ранние клипы этого Янглина. У него тоже было очень много вот такой вот кислоты, кривого гринскрина и вот таких вот модификаций. Я когда с кровати поднимаюсь, так же жмыхает. В чате прислал Логан новость. Кстати, Логан, если ты нас смотришь, то привет. Да, что, короче, новость, что для Sekiro Shadows Die Twice вышел мод, добавляющий в игру самого страшного босса паровозика Томаса. Если бы оно бы еще бы босс-файт бы делал бы под музыку, вот это пара-па-пам-па-пам-пам. Моя оценка Sekiro — 7 Bloodborne из 10. А почему? Мне очень понравился, прям вот аж хорошо. Наверняка вот одна из лучших, я вот даже не знаю, что лучше. Sekiro, мне нравится Sekiro, потому что они его не сделали клоном всего остального, что делали From Software. А что такое Шевцов?
Что такое Шевцов? Шевцову не понравилось. Шевцов сказал, что не актуально. А, айтипедия, блогер, понятно. Ну, давайте не оскорблять людей. Просто плакал, что сложно. Ну, блин, кто ему доктор, если ему сложно? Именно поэтому я и не люблю смотреть русских блогеров. Русских и русскоязычных. Потому что они не умеют подавать максимально вот это объемное мнение. Что типа вот, вот это хорошо, вот это не очень хорошо. Просто вот это может понравиться тем, вот это может понравиться не этим. А позиция... Ну и прошлогодняя, откуда этот трек хорош? Спасибо, Agent Cooper, спасибо за донат, обязательно включим. Вот, и получается, да, получается, вот таких обзорщиков я не люблю. Мне нравятся в этом плане западные обзорщики, потому что они делают и или смешно, или информативно, когда ты понимаешь, как почему игра может быть хорошей, почему может быть плохой. Вот, вот этот вот стиль пластилиновый для меня всегда был криповым, честно. Это такая крипота. А, то есть вот так вот, да, он вылепился из пластилина сам по себе и начал петь. Нормально. Вот это пацана залепило, называется, когда тебе продали небодяженный спайс. На неделе на Nine Inch Nails скинули видео 92-го года, посмотрел, чуть не выблевал. Чего? Это ж мне лично очень понравился. Я вообще люблю Nine Inch Nails. А, там этот обтеренти с волосами, такой молодой, красивый, перспективный, еще не спился три раза. Когда я вижу подобные вот эти обложки, типа, я вижу, что вот эта обложка там трясется в видео. Когда я вижу, что обложка трясется, я такой параллельно думаю, что это у меня вот это немного потряхивает. Вот я не знаю, мне, блин, припев что-то такое напоминает. Вот именно вот фоллаутбоевская, прям вот фоллаутбоевская, прям вот от и до. Может быть, фоллаутбой. Гитара норм, ударник выбросить просто. Хотя, опять же, чё я матерюсь, это 90-й год, для 90-го года неплохо. Аис, аис. И так будем сидеть до конца стрима. Но я только хотел спросить, а что-то еще изменится? Тут еще, блин, только половина трека. Что еще дальше там будет? Мне же интересно. Ой, это казахи, да? Или нет? А, я думал, это казахи. Ой, она тоже, очевидно, красила яйца на Пасху в красный цвет, и вот у нее руки все в красителе. А я говорю, вот этот краситель теперь хрен отмоешь. Причем я так и не понял смысл клипа. Там баба мыла руки, мужика вяжут веревкой, и все. Все. Идеально вообще. Редви, спасибо большое за донат, за поддержку, спасибо. Вперед. Откуда у нее эти шарики вывалились? А вот непонятно. If you know what I mean, откуда у нее там эти шарики могли? У нее карманов нет, там ее наволочки. Ха-ха. Ха-ха. Серьезно, типа, вот когда ты такое слушаешь, серьезно, вот тут появляется сразу бутыль, сразу рюмки, и такой, сразу ты такой бухаешь, и слезы идут, и ты такой. Ладиспут. Да-да-да-да-да, это сайт-проект Ладиспьют, да-да-да-да-да. Если честно, то я лучше бы Доши послушал, чем это. Ну. Ты еще с Никельбэк сравни. Он так 4 минуты будет, блин, петь. Да, вот эти Our Last Nights с каверами соснули однозначно. Танцы, 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 танцы. Да, Dance Путяха Dance. И спасибо вам большое за то, что смотрели, лайкали, комментировали, донатили. Все, ребятки, счастливенько. Все, всем пока. Все, всем пока.